Чрезмерно большую цену наши отцы, деды, матери и бабушки заплатили за то, чтобы мы с вами жили и трудились под мирным небом. Мечтали, растили детей, строили планы. Они настоящие герои. Нам важно, чтобы те из них, кто сегодня в строю, обязательно получил знак нашего внимания и заботы. Эти слова генерального директора Рязанской нефтеперерабатывающей компании Сергея Михайлова сполна отражают позицию всего предприятия. Ежегодное поздравление ветеранов войны и тружеников тыла – важное мероприятие, в котором принимают участие молодые сотрудники. В преддверии праздника ежедневно сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании ездят к ветеранам и их поздравляют с праздником. Мы очень рады, что у нас есть такая возможность лично приехать к ветеранам, поздравить их с праздником, пожать руку и узнать их историю. К 78-й годовщине великого праздника нефтеперерабатывающая компания подготовила ветеранам подарки – портативные транзисторные радиоприемники и общение, которое для этих людей особенно важно и ценно. Медаль сложно все рассказывать, это большое. Но для каждой вот этой, кажется, медали небольшой, везде это большой труд заложен. В чем он заключается? Именно вот мое поколение. Я одел военную форму с 4 лет. У меня отец военный был, комиссар полка. И он у меня шил форму. И 4 года до первого класса я ездил с ним по частям и проходил курс какой-то молодого солдат вот это. И вот эта закалка, она мне даже пригодилась. Всего в преддверии Дня Победы сотрудники нефтеперерабатывающей компании навестили более 160 человек. А 5 мая предприятие пригласит ветеранов войны на праздничный концерт, на котором прозвучат песни военных лет исполнения артистов областного музыкального театра.